Проводимая в нашем городе конференция республиканского уровня приобрела все признаки международной. Машиностроительный кластерный форум в IT-парке собрал около 500 делегатов из Татарстана, Башкирии, Белоруссии, Словении и Македонии. Их всех объединила цель – обсудить нынешние проблемы машиностроительной отрасли и ее будущее. Одно из приоритетных направлений развития – беспилотный транспорт. И челнинский автогигант как раз ведет разработки в этой области, а также является партнером проекта «КамАЗ-Шаттл». Совместно с научно-исследовательским институтом НАМИ он намерен запустить парк беспилотных автобусов уже к 2018 году по улицам Техноградов, Иннополис и Сколково. Но не только. В 2018 году, как я уже сказал, мы планируем в тестовом режиме запустить проект «Шаттл» для перевозки в рамках чемпионата мира. И также есть в планах у нас в тестовом режиме запуск грузового автомобиля в рамках открытия Керченского перехода мостового. Более подробно об этом и других новостях из жизни градообразующего предприятия вам расскажут наши коллеги из редакции программы «Вести КамАЗа». Смотрите свежий выпуск уже завтра, в эту пятницу, в 19:15 и, конечно же, на нашем канале.